Наше місто взяло курс на розвиток фізкультури і спорту. 30 липня відбулося підписання меморандуму про взаємовідносини між Дніпровською міською радою та федераціями легкої атлетики Дніпра та України. Один із домовлених пунктів – будівництво стадіонів європейського зразку. В районе жилмассива «Красный камень» будет построен легкоатлетический стадион, который будет соответствовать международным стандартам. И в том числе с помощью коллег из Министерства спорта на этом стадионе планируется проведение как всеукраинских, так и европейских соревнований. Стадион будет полностью благоустроен. Там будет соответствующая и зеленая зона, и возможности для проведения досуга. У Днепропетровска есть славные спортивные традиции, есть реальные достижения сегодня, но они требуют подтверждения или они требуют укрепления в части инфраструктуры. Мы делаем некую стратегию на 10 лет развития вида спорта в городе.